Всем привет! Меня зовут Полина. Сегодня я хочу научить вас готовить цветные блины. Для этого нам понадобится яйца, молоко, мука, сахар, соль, растительное масло. А также в качестве красителей мы будем использовать сок свеклы, сок моркови и активированный уголь. Для начала забьем яйца с сахаром. Засыпаем муку и соль и перемешиваем. Заливаем молоко до образования жидкого теста. Добавляем растительное масло. Далее мы натираем овощи, выдавливаем сок и измельчаем активированный уголь. Из натертых овощей выдавливаем сок. Активированный уголь растираем с помощью ложек или ступки. К углю добавляем воду и растираем в однородную кашицу. Черпаком разделяем тесто на 3 ровные части. Выдавленный сок добавляем к тесту. Окрашенное тесто нужно перебить блендером для удаления комочков. Блины нужно жарить на минимальном огне для более яркого окраса. Для кружевных блинов удобно использовать бутылочку с продырявленной крышечкой. Наши блины готовы. Теперь мы можем их наполнить меренгой и маковой начинкой. Наша красочная палитра готова. Приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. С нами будет вкусно. Пока!